Всем привет! С вами снова я, Виталик. Сегодня мы поиграем в настоящий Бравл Старс. Это парень. Афагау! У меня есть все персонажи. И всем привет. Вот такие есть. Все пассивочки, все гаджеты. Ура, просто. Угу. Кстати, новое обновление. У меня на когда не было звездной пушки. Блин, ребят, я не знал. А, добавили третью. Стоп, точно. Это летит птичка. Это что-то я просто не забывал. Сегодня тогда меняем все в контент. Выбиваем Invisibility. Пассивки. Так. Все, меняем все в контент. Распайка. Сейчас посмотрю точку. Это даже длиннее, что в конце. Так, миллион еще надо выйдет. Когда супер джинна заряжается полностью его атака на наносит на 140 единиц урона больше. Острая реакция. Когда у Спайка остается меньше 40% здоровья, он начинает стрелять иголками. Каждая из которых наносит. Ой! Пацаны, это лимба просто. This ain't my first rodeo. Использовать супер пайпер можно с воздуха, разглядывать врагов, которые прячутся в кустах. Это тоже полезно, ребята. El Primo! Шкала мощи заполняется вместе с зарядкой супер полной. Зарядка увеличивает максимальное количество очков на уровне. В бою Эльприма теряет это преимущество. Давайте посмотрим. Сейчас я хочу посмотреть. Реально у меня появилось. For pain and for glory! Face of fury! Забыл пассивку эту взять, извиняюсь. Buenas noches! El Primo is here!
это мясорубка, и приму тебе вафли. Это если что, Короче, сейчас посмотрим еще. Все, давай, я выходим. Эль Примо! Так, Динамайк. Птичка Динамайк сражается вместе со своим появляется щит, это щит снижает силу блока урона на 30%. Bullet Storm! Бронежилет. Нет! Больше перебьем. Первые 2000 очков урона по... В бою Кольт получает новый жилет. Жилет шикала от плоти жилет. Короче, давайте попробуем. Я хочу на это посмотреть. Watch out! Here I come! Так, как получить это? Ладно, выходим. Я не нахожусь на середине разрабов, но это круто. The box goes boom! Меня ж забанят. You are welcome, my friend. Ну, запись, и повсюду следует же забанят. Давайте. Всем отбой! С вами был я, Виталик. Бай-бай.